Ну вот, уже зашит ветровлагозащитой полностью весь дом. И почти полностью они прибили бруски для сайдинга. Вот все окна оббили снаружи. Уже эта сторона уже закончена. А, вот эта сторона еще осталась. Значит, последняя сторона осталась, чтобы оббить его бруском. Сейчас посмотрим с той стороны, заклеили ли они швы. Вот здесь вот швы. Поскольку натяжка идет вертикальная, вот они отходят. Надо проклеивать. Нифига не проклеили пока. Надо будет заставить проклеить их. Здесь тоже натяжка вертикальная. Делали, потому что другие рабочие. В принципе, там клейкий слой есть на краях у этого, у этой ветрозащиты, но все равно вот в некоторых местах видно, что отстает. Но здесь уже горизонтальная натяжка идет. Здесь проклеивать не надо.